Ну, наверное, матч понравился всем, да, зрителям, тех, кто его смотрел. Для тренеров, может быть, где-то не совсем какие-то моменты были позитивные, но, тем не менее, здесь самое главное то, что обе команды хотели выиграть, да, проявили характер, поэтому игра держала напряжение весь матч. Думаю, тут какие-то ошибки или все там хорошие моменты, смысла большого нету обсуждать. То, что, я думаю, что обе команды заслужили очки, это, наверное, факт. При счете 2-0 в пользу «Авангарда», что произошло, почему так много нервных действий со стороны «Авангарда» и так много удалений появилось? Ну, вот, ну, нас подвела дисциплина. Нас сегодня подвела дисциплина. Очень хороший первый период, организованно. Да, три удаления этих было, но мы выстояли. Наверное, все-таки это отняло какую-то энергию. Но после пропущенного гола команда немножко, так скажем, просела, начала отбрасываться. Но здесь заслуга Акбарса, потому что Акбарс очень так здорово начал подавливать. Пошли в давление, и мы под этого давления нам не совсем удавалось выходить.